Здорово, ребят! Давайте знакомиться, что ли? Вот, этот алкаш, что лежит на полу? Да-да, это я. Меня зовут Юрий. Мы сегодня в голодных играх, да? Ну, да, вроде да, потому что здесь все ученики. Ну ладно, не столь важно. Я сегодня. Бррр. На. Ну ладно. Короче, ребят, смотрим так. Буду говорить очень просто. Сегодня я зашел в голодные игры и решил просто записать это все дело на бандика и посмотреть, что же получится. Так что, ребят, гоу-гоу. Ну, я сегодня запишу только одну серию, только одну игру. Если меня убьют сразу, увы, не судьба. Но если не убьют, тогда я смогу немного поиграть и немного с вами пошутить. О боже, Юрий, какую же я несу херню. Ребят, я бы с радостью заткнул себе рот за то, что я несу такую чепуху, но вы меня не будете понимать, что же я несу. Так что давайте я ставлю на паузу, ждем арену. Во-во-во, ребята, во, я уже в голодных играх. Так, сундучок, блин, нифига не успел взять. Ёж твою налево. Так, кто там сзади мочится так? Ага, меня никто не трогает. Да, отлично, отлично, давайте утрем отсюда. Ну, как говорят все, я конь педальный в голодных играх. Ну, ладно, посрать на это. Так, нужно вылезти. И у меня опять баг, я не могу вылезти на лестницу. О, фак, ребята, меня сейчас загандонят, пока я сюда вылезу. Так, ну-ка. Есть! Да, да, да. И смотря на этот баг, я все-таки вылез. О, сундучок. Так, есть, есть. Блин, мне всегда попадается вот такая вот хрень. Не, чтобы попалась нормальная броня темного рыцаря или еще что-то. Почему? Ой, мне попадается вот такая вот хрень. Так, давайте же немного полазим. Паркуром займемся, да, ребят? А вы занимались когда-то паркуром? Я да. Ну, я сломал руку и просто после этого забросил это все дело. Так, есть! Я перепрыгнул, блин, шлем у меня уже есть. Блин. Так, мне интересно, пошел ли кто-то туда на гору, кроме меня. Ладно, давайте идем, проверим. Может, есть там какой-то лут в сундуках, если еще никто там не был. Если да, это отлично. Так, стоять! Школьник, стоять, не убивать меня, школьник, иди, иди отсюда, иди, школьник, блин, иди. Да ладно, ну, ребят, ну что ж за дело-то такое? Ладно, давайте сыграем еще одну серию, это хреново получилось. Давайте, переходим еще раз. Во-во-во-во-во, еле успел, фух. Так, давайте валим сразу отсюда, а то нас загандонят там на респауне. Здесь такие дерзкие школьники, только что нас убили, как последнюю тряпку. Так что я опасаюсь их. Давайте же сразу как конь педальный сюда слезем. И это все дело сверху утонем. Блин, да что за баг? Блин, ребят, давайте я поставлю на паузу, вылезу тогда возобно. Так, я уже вот вылез, уже я здесь. Хопа. Ох ты чё, наконец-то дали мне хоть сыр. Меч есть у меня, сыр есть. Так, нажимаем на крестик. У меня вообще-то были, не только был меч, у меня было весь... Как-то, ну, не как-то, а у меня был весь арсенал рыцаря. Я это все купил дело, но из-за обновлений, из-за исправления бага у меня уже второй раз исчезло это дело. Ладно, давайте паркур. Опа, оп, есть, отлично. Так, смотрим, стрелы и опять сыр. Я вам что, крыса-то под или что, что вы мне только сыр не даете? Так, смотрите, я упал с высоты, у меня осталось только ХП и броня. То же самое. Так, ой, сейчас меня опять загандонят здесь, если попадется еще такой школьник. Так, осторожно. Так, тихо. А не, шагов не слышно, а то мне что-то показалось, что я шаги слышал. Но их есть нет. Ух ты чё. Так, сундучок. Смотрим. Лут. Есть лут. Отлично. Шлем сюда, гнида паршивая. Так, это тоже сюда, это сюда, это стопе. ТП, сыр выкинем. Так, 10 стрел. Отлично, сойдет. Так, падаем вниз. Бонзай. Хопа. Оп. Есть. Так, здесь сундучка, походу, нету. А, нету. Блин. Ладно, давайте идем вот сюда. Так, здесь лестницы нету. А как туда подняться? Ну, ладно. Бог с ним. Так, идем тогда. О, что-то я толстый, не могу залезть. Падаем туда. Бонзай.
Ага. Ага. Нифига не видно. Так, я как-то залазил, видел еще один сундучок здесь. Ну, я его найти не могу. Так что давайте валим вверх. Так, сколько нас осталось? Ух ты, сколько много. Так. А, давайте. Опа. Оп, есть. Валим. Да. Мне кажется, там еще никого не было. Так как там на башне оставили лут, значит и здесь тоже лут оставили. Так что мы идем вот сюда. Вы не обращайте внимания, у меня что-то подлагивает. Блин, опять рыба, а брони нету. Так, у меня что-то подлагивает немного, ну, извините. Так уж быть. Ну, в следующий раз я уже более нормально настрою все, и тогда будем снимать уже получше, да? Ну, все-таки первый раз. Новичок новичком. Так. Давайте я поставлю на паузу, а то у меня здесь... Бррррр, ребята, ух, меня уже задолбали с этим телефоном. Звонят. И у нас уже перенос на арену, и у меня ничего нету. Как я буду с ними? У меня ни меча, ни ничего. Так, здесь голосуют школьники, что он читер. Я нажал, что он не читер. Ладно. Так, перенос на арену. Думаю, что хоть в одном сундуке я найду хотя бы меч. Ну, бронь тоже не помешает. Так. Хопча. Давайте. Оп. И опять стрелы. Да-да, что же с вами такое, ребят? Здесь вообще ненормального лута нету. Редкость, где попадется нормальный лут в копателе, блин. Ну, может, я не повсюду лазаю, что у меня лута нету. Ну, все же, блин. Так, у меня здесь 100 хп, отлично. Давайте я напишу мир. И они будут двое там валиться. А потом я убью одного из них. Так, давайте, валитесь, алло. Ну, падла, давай, вали его. Вали его. Так, гандоним его. Так. И меня тоже загандонили. Блин, то, что я хотел, не получилось. Эх, ребят. Ну, давайте на этом закончим, а то у меня сегодня какой-то нервный день. И шуток у меня сегодня нету для вас. Потому что мне истребали нервы с самого утра. Был сегодня у друга, соседа. Немного с ним с самого утра там по 50 грамм хапнули. Ну, знаете, у него сегодня день рождения. Вечерком еще к нему зайду. Ну, это вам не нужно знать. Это как бы приватная информация. Никому нельзя разглашать. Так что, ребят, давайте, валите лайки. Пишите комментарии, ебаш новый обзор. И я попытаюсь еще раз сыграть голодные игры специально для вас, ребят. Так что давайте, пока-пока. Подписывайтесь.